Телеканал КРТ представляє. Володимир Зеленський вважає, що міністри не повинні отримувати зарплати, доки не погасять борги перед шахтарями. Про це він сказав на всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі. На погашення боргів президент дав 2 місяці. Виплатити треба більше мільярда гривень. Просто здається враження, що якась от предвиборча агітація йде, і от поїздки по Україні, міністри не будуть отримувати зарплатні. Ну, що це? Поясніть, будь ласка. Ну, у нас такі втору каденцію підряд президенти типу камівояжерів. Один з Томасом їздив, другий їздить взагалі непонятно чим. То больниці відкривають, то этим занимается. Хотя, с другой стороны, он хотя бы откровенно говорит, что у него нет же времени подумать о том, чтобы решать какие-то стратегические вопросы. Ну, знаете, как вот на заводе, если директора видишь, гуляющего по территории, который там тыкает кого-то носом в кучу мусора или невывезенную тележку, вот знаешь, что директора этого можно менять сразу. Вот такой директор не нужен. Директор или президент – это тот человек, который умеет и знает, как грамотно поставить людей на те места, где они будут максимально эффективны. Когда ты этого не знаешь и не понимаешь, как это делается, то вот возникают вот такие вопросы. То есть собираются какие-то шоу, будь то шоу по делу Шеремета, будь то еще какое-то шоу. Это шоу. Вот он тут на этом шоу спрашивает людей, а вы будете приватизировать шахты? А не было у него возможности с этими людьми сесть и не под запись об этом поговорить? И вообще, не пора ли уже наконец сообразить, что хорошо было бы собрать специалистов, реальных специалистов, не вот этих самокатчиков, которые действительно в своей жизни сделали что-то помимо той выставки Буратино, которую они там рисуют, слайды разноцветные, которые ни к чему не пришьешь, и объяснить сами не могут, что на них нарисовано. А действительно, людей, которые могут посоветовать. И не им рассказать, я вас дуже попрошу. Что попрошу, я не знаю, что он собрался попросить. Ведь смотрите, что не его выступление, то какой-то ляп. То он сказал, что 100% его прокурор. Но в демократической стране, в истинно демократической стране, это было бы уже сразу повод к импичменту. Теперь, оказывается, можно попросить антимонопольный комитет. Вот я их попрошу, и они сделают. И это нельзя, но я попрошу и сделаю. То есть вот впечатление такое, что человеку достался, ну, по случаю, какое-то имение с кучей батраков. Вот он их сейчас организует. Он не знает, как это сделать, но он их организует. Но, повторюсь, уже хорошо было бы, наконец, сообразить, ну, собери ты однажды специалистов, может быть, отраслевых специалистов, чтобы не ты им рассказывал, как у тебя не хватает времени на стратегические задачи, а послушать, чего бы нужно было сделать. Как можно приводить в порядок шахты при том законодательстве, которое сегодня существует? Для того, чтобы завести любое оборудование, нужно в первую очередь заплатить где-то приблизительно 35% от стоимости оборудования, которое необходимо для того, чтобы эти шахты могли идти вровень со временем. Не так, как рассказывается, что вот мы сейчас этот уголь будем у нас использовать. Ну, это очень такие складные вопросы, которые, я так понимаю, нужно решить в комплексе. Системно.